Итак, друзья, нашел я очередную монитосинку. Значит, советик. В прошлый раз я на соседнем поле поднял 10 копеек 1942 года рамочник. И, значит, не обратил даже на него внимания. На копию, как бы не основная монета-то была. Но как оказалось, что 10 копеек 1942 года довольно-таки раритетная монетка. И ее стоимость доходит до 6000 гривен. Ну, в общем, что здесь за непонятность, пока неизвестно. Потом, возможно, почищу. Я вам покажу. Ну, по идее, здесь обыкновенный вижу герб просматривается. Значит, обычная советина. Но нужно просматривать, потому что среди этих обыкновенных советов монеты бывают дороже, чем некоторые древние, те же динарики. Вот так вот. Ладно, берем и идем дальше.